Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне прошла пенная вечеринка. Веселились как участники проекта, так и приглашенные зрители. Татьяна Владимировна Африкантова пишет: «Что же будет дальше? Все перемешались, и зрители, и участники щупают друг друга до поросячьего визга. Одурели все. Я так хочу прыгнуть в воду, но боюсь, попаду в изолятор». И все-таки Африкантова-старшая зажгла на пенной вечеринке, она не удержалась. В кадр попал момент, когда она задирала подол платья. Все присутствующие смогли разглядеть ее нескромное нижнее белье. Вот некоторые комментарии к этим снимкам. «Как же нужно не уважать окружающих, чтобы творить такое безобразие?» Татьяна в одном из эфиров сказала, что муж какую-то бабенку из 8-го подъезда присмотрел. Видимо, такой образ жизни для них норма. Живут с мужем по привычке, да и общая недвижимость держит. Вечеринка закончилась ссорой в двух парах. Евгения Перец очень сумбурно рассказывает: «Сегодня был насыщенный день. Я выиграла конкурс на лучшую попку, с меня сняли лифчик, меня покружил на руках Барзиков. Леша трогал за грудь девушек, кидал их в бассейн, потом он ударил меня, а я устроила ему романтик, на котором размазала по его лицу торт». И Перец продолжает: «Денис и Майя поругались, Майя заигрывает с Барзиковым, а Денис нашел себе грудастую девушку на сегодняшней вечеринке». Ольга Жемчугова сдала экзамен на право вождения автомобиля. Этот экзамен стал причиной очередной ссоры с Глебом. Оля пишет: «Глеб сказал, что я ему надоела, что я его раздражаю, и он от меня устал. Конфликт начался еще вчера, когда я сказала, что с утра поеду на экзамен в автошколу. А ему нужно было провести вечеринку на поляне в это же время. По его мнению, я должна была перенести экзамен на другой день и сидеть с ребенком, чтобы дать ему возможность провести вечеринку. На данный момент мы не разговариваем». Татьяна Владимировна все молодится, она сделала себе татуаж бровей. «Вот такую красотку из меня сделали. Подготовка к конкурсу «Человек года» завершена», – пишет она. Егор Халявин задумывается о возвращении на проект. «Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, стоит ли мне возвращаться на проект или нет? Для меня очень важно ваше мнение». У Игоря Трегубенко и Эллы Сухановой события. Уже месяц, как они муж и жена. Игорь сделал жене сюрприз, он организовал катание на лошадях. «Моему счастью нет предела», – пишет Элла. «Я так давно хотела покататься». Ольга Рапунцель флиртует с проектным психологом Михаилом Козловым. Но девушка уверяет, что у них всего лишь дружба, а сама прижимается к нему. Козлов пишет: «Не волнуйтесь, это она так ко всем прижимается. И еще она сказала, что если не помирится со своим бойфрендом, то будет искать себе мужчину, похожего на меня. Я впервые за долгие годы был смущен». Подписчики Козлова комментируют: «Михаил, будь бдительней. Смущение – это первый звоночек к симпатии. Раба такая забавная, если рядом появляется хороший мужчина, у нее автоматически включается режим обольщения». Михаил провел сеанс психоанализа для Рапунцель. Ольга пишет: «Он докопался до самых глубин моего подсознания. Я многое переосознала, разобралась с болезненными ситуациями прошлого, прояснила свои цели и приоритеты на будущее. Я ему очень благодарна». Ну а Дима Дмитренко, который находится в Москве и должен был бы сидеть в изоляторе, развлекся на пенной вечеринке. Он признался в огромной дружеской симпатии к Марине и ее семье. «Семья Африкантовых меня поддерживает и всегда на моей стороне. С Мариной мы в очень хороших дружеских отношениях. Считается, что дружба между мужчиной и женщиной – вещь невозможная, но я скажу, что это возможно. Мы дружим, а это главное». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.